Сегодня вы узнаете, кем тульский хирург Яков Стечкин приходился знаменитому конструктору пистолета и какие необычные экспонаты хранятся в Тульском музее оружия. Страшные воспоминания малолетних узников фашистских концлагерей. Зачем гитлеровские солдаты, отступая, вели за собой детей? Как вологодский чудотворец Дмитрий Прилуцкий помог отцу Ивана Грозного? И кто крестил детей Дмитрия Донского? За что 16-летний мичман Литке был удостоен Георгиевского креста? И за что знаменитый мореплаватель получил Демидовскую премию? Какие сюжеты биографии вошли в лучшие повести Константина Воробьева? И почему писатель так и не смог вернуться в родной Курск? Апреля 1955 года в Туле прошли похороны талантливого врача-хирурга Якова Сергеевича Стечкина, который за свою 40-летнюю карьеру провел свыше 25 тысяч операций и многих спас от инвалидности и смерти. Его хранила вся Тула. И одна женщина даже подошла к нему прощаться и сказала, говорит, миленький, родненький, встань, я лягу. Потому что вот спасал, был известен, то есть вот что это, как не народная любовь. Однако Яков Сергеевич был не единственным Стечкиным, которым гордились и гордятся жители Тулы. По крайней мере, еще трое из этого рода, сыновья Якова Сергеевича, преподаватель философии Олег, конструктор оружия Игорь и младший брат, академик Борис Стечкин, внесли бесценный вклад в историю нашей страны. Но в чем же феномен успеха тульских Стечкиных? Дворянский род Стечкиных известен с XVI века, со времен Ивана Грозного, и наибольшего расцвета достиг во времена Петра I и Екатерины II. Но в XIX веке Стечкины обеднели. Отец Якова и Бориса, Сергей Стечкин, симпатизировал движению народничества, активно участвовал в подпольной революционной деятельности против царизма, за что дважды отбывал ссылку. Я думаю, что вот эта вот свобода мышления, она уже шла с корнями. То есть где-то корни глубоко, но где-то и на поверхности уже непосредственно от своих там дедов и отцов. И что интересно, что, например, вот в 1917 году Борис Сергеевич Стечкин сделал, причем, заметьте, броневичок собственными руками и поехал отбивать, попытался поехать отбивать Кремль у большевиков. То есть вот вольнодумство такое было достаточно вот деятельное, скажем так. И хотя Борис Стечкин не поддерживал идеи большевиков, по окончании Московского технического училища все же остался жить и работать в Советской России. В 20-х годах 20 века он, один из наиболее авторитетных специалистов в СССР в области авиамоторостроения. Впрочем, несмотря на заслуги перед Отечеством, дважды подвергался репрессиям. До 43-го работал в Туполевской шараге. В дальнейшие годы, конечно, благодаря своему таланту и значимости его конструкторских разработок, заступничеству определенных ученых, он был возвращен, и потом в дальнейшем, как его называли, бог моторов, работал вместе с Сергеем Павловичем Королем. Якову Сергеевичу, старшему брату Бориса, в жизни выпало не меньше испытаний. В качестве полевого хирурга он участвовал в трех войнах – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Мог бы сделать прекрасную карьеру в столице. Однако отдал предпочтение глубинке. С 1918-го работал в Алексине, Тульской области. А с 1935 года – в Туле, где организовал больницу на 100 коек. Внешне братья были не слишком похожи. Другое дело характер. Яков, как и Борис, отличался свободомыслием, которое распространялось не только на профессию. Даже один такой пример, как Яков Сергеевич назвал своих сыновей Олег
Игорь Мстислав. Это уже советский период. Можно вообще-то считать, что это такая определенная демонстрация своих представлений к текущему моменту и отношения к корням, отношения к своей культуре. Сын Мстислав в годы Великой Отечественной пропал без вести. Олег, к счастью, вернулся с фронта, куда отправился добровольцем. В 1943-м получил тяжелое ранение и был комиссован по инвалидности. Одна из рук висела плетью и почти не двигалась. У него не было лопатки. То есть ему отец, известный хирург в Туле, он был очень скептически настроен на то, что он сможет, Олег Яковлевич, восстановить руку. Но сила воли, присущая Стечкиным, проявилась и тут. Занимаясь спортом, Олег сумел не только восстановить руку, но даже получил звание кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике и мастера спорта по туризму. После войны он преподавал философию в Тульском государственном педагогическом университете имени Льва Толстого. На его лекциях всегда был аншлаг. Вы думали, а в чем была вообще вот изюминка и вот эта тайна этого выдающегося преподавателя? И поняли, что он организовывал нам занятия так, что позволил нам не бояться думать. И у него была очень хорошая такая присказка: «Имейте смелость думать своим умом». Однако самым известным и популярным среди этого рода считался его младший брат Игорь, который прославился на весь мир, сконструировав уникальный пистолет для самообороны офицеров, принятый на вооружение советской армией в 1951 году. Аналогов пистолету Стечкина в истории не было. Кроме этого, у Игоря Яковлевича было очень много других разработок. Всего в свою жизнь он создал более 60 разработок, получил 50 авторских свидетельств. Вот. Он работал над многими видами стрелкового оружия. Это и пистолеты, это и револьверы, это малогабаритные автоматы. Занимался он разработкой и противотанковых реактивных комплексов. По сути, стоял у истоков их создания. Конструировал Игорь Яковлевич и уникальное оружие для спецподразделений. В нашем музее демонстрируется его скрытое оружие в виде портсигара, которое он создал тоже где-то в середине 50-х годов прошлого столетия. Вклад, естественно, велик, хотя знает его действительно, может быть, только по одному пистолету. Так в чем же секрет успеха Стечкиных? Каждому из них был присущ особый образ мысли, который включал в себя любовь к родине, полную отдачу выбранному делу и, конечно же, внутреннюю свободу. Может быть, поэтому каждый из этого замечательного рода смог реализовать свой природный дар. Дети спрашивают, они говорят, как же так, вы помните, и я помню. Я говорю, конечно, когда одна игрушка меняется на другую, это можно забыть. А когда надо выбирать, будешь ты жив или не будешь, это не забывается. Это действительно не забудется никогда. Ад немецких лагерей, смерть родителей, долгие беспросветные дороги на маршах войны. Немногим из их сверстников удалось дожить до победы. Выживал один из 10. То есть 9 ровесников погибали. 9 людей ушли, не дав миру ни свой вклад в этот мир, ни потомство. Однако еще долгие годы после войны выживших детей официально не считали ее жертвами. 22 июня 1988 года в Киеве был создан Международный союз бывших малолетних узников фашизма. И эти люди впервые получили право голоса. В Парке Победы в Москве в середине 90-х годов был открыт памятник «Трагедия народа», посвященный жертвам фашистского геноцида. Сегодня известно, что во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях погибло более 13 миллионов мирных жителей. Николай Андреевич Махутов, председатель Союза малолетних узников, один из немногих выживших свидетелей тех зверств,
которые творили гитлеровцы на советской земле. Я в 7-летнем возрасте вначале находился на оккупированной территории, потом попал с матерью и с братом, с сестрой в так называемой маршевой колонной, когда в 43-м году началось отступление фашистских войск. Они придумали маршевые колонны, когда детей, женщин отступающей части гнали рядом с собой, делая их заложниками. Вот я прошел ребенком около 900 километров. Маленькие дети стали для немцев живым щитом против партизан. Никакой жалости фашисты не испытывали. Геноцид против славян был узаконен в гитлеровской доктрине. Партизаны часто минировали дороги для того, чтобы уничтожить танки, автомобили фашистские. Немцы это все узнавали, и была придумана технология волокуша, когда бралось бревно длинное, в него забивали две оси, привязывали веревки, и вот нас, детей, заставляли эту волокушу тащить по дороге, которая должна была напороться на мину, подорвать мину, спасти немецких солдат. Вот гибли дети. По пути маршевых колонн захватчики создавали пылевые концлагеря, обнесенные колючей проволокой. Под открытым небом, в нечеловеческих условиях, на сырой земле размещались тысячи человек. И в дождь, и в снег, и в холод, и в жару. Удалось установить, что таких полевых лагерей на территории бывшего Советского Союза насчитывалось около 14 тысяч. Сейчас предприняты попытки установить точки нахождения лагерей, время создания, предварительно, но персоналей, прошедших через лагеря, конечно, такого рода, тысячи, которые было в лагере этих, это очень непросто и даже невозможно. Фашисты поставили уничтожение советских детей на поток. Причем делали это с немецкой прагматичностью. Использовали их в качестве подопытных в медицинских экспериментах, выкачивали кровь для своих раненых. Но самой иезуитской стала программа «Lebensborn» – источник жизни, когда совсем маленьких детей с голубыми глазами и светлыми волосами отбирали у родителей, меняли им фамилии и имена, поселяли в немецкие семьи или специальные детские дома, заставляя навсегда забыть свое происхождение. Делалось это для того, чтобы в будущем восполнить военные потери. Первое, что надо запомнить, это запомнить, кто ты, откуда ты, почему ты, с кем ты. И помни имя свое. Эти слова для выживших малолетних узников немецких концлагерей стали девизом на всю жизнь. Они считали своим долгом рассказывать правду об ужасах нацизма. Я на этой тематике, порядка, наверное, где-то больше 20 лет. В Москве было, порядка 20 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашизма. Сейчас их 4 тысячи. То есть люди уходят, и вместе с тем наша задача – успеть спросить. Успеть донести эту память, успеть передать эту память следующим поколениям. В начале 2000-х годов в рамках Международного союза малолетних узников концлагерей был создан проект «Непокоренные». Активисты проекта составили каталог массовых захоронений жертв фашизма на оккупированных территориях бывшего Советского Союза, подготовили и издали книгу памяти жертв фашизма и сборник «Забытые концлагеря». Однако зарегистрированный в Киеве офис Международного союза в 2022 году был закрыт. Уже в этом году, в 2023 году, музей «Непокоренные» тоже был закрыт. Было сказано, насколько я знаю, что там будет находиться территориальное управление обороны. Экспонаты, документы, фотографии, личные вещи пришлось срочно передать другим музеям. Однако уничтожить память людей, прошедших через фашистские концлагеря, оказалось не так-то просто. Непокоренные. И у меня все время такое ощущение, что они взяли на себя миссию прожить из-за своих ровесников.
потому что у каждого практически такая достойная жизнь, такой достойный вклад в историю развития Родины. Николаю Андреевичу повезло. После войны он смог с помощью военных из дивизии НКВД найти свою мать. Он выучился, состоялся как профессионал. Я все время считал, что надо делать страну сильной, умной. Мне хотелось учиться. Я занимался авиацией, ракетной техникой, атомной техникой, атомными подводными лодками. Эти люди своим примером доказали, что даже пройдя сквозь ужасы концлагерей, можно сохранить себя, свою страну и память народа. В 1409 году на Вологодчине началась страшная эпидемия неизвестной болезни. Тех, кто заразился ею, мучили такие страшные судороги, что люди были готовы разорвать свое тело ногтями. Чтобы не дать себя покалечить, в руки больным вкладывали деревянные палки, палицы. Но это не помогало. От отчаяния люди шли в Спасо-Прилуцкий монастырь, где покоились мощи его основателя Димитрия Прилуцкого. И стоило больным дотронуться до погребения преподобного, как те выздоравливали. Как гласит летопись, настолько было много исцелений, что несколько человек едва-едва могли прибрать храм после того, как эпидемия закончилась. Столько было исцелений, столько люди оставляли вот этих палец, с которыми приходили. Это был первый документально подтвержденный случай чудесного исцеления. Но далеко не последний. Кто же такой преподобный Димитрий Прилуцкий, которого называют Вологодским чудотворцем? Димитрий Прилуцкий – сын состоятельного купца из Переславля-Залесского. Рано научился читать и писать. И с детства мечтал посвятить себя служению Богу. И, придя в зрелый возраст, оставил родительский дом, оставил причитающуюся ему часть имения по наследству и переходит в один из монастырей города Переславля первоначально, где принимает монашеский постриг, а впоследствии становится священником. Но отец Димитрий возжелал более сурового подвига. Поэтому вскоре покинул монастырь Переславля, нашел уединенное место на заболоченном берегу Плещеева озера, основал там Никольский монастырь и стал его первым игуменом. Именно тогда отец Димитрий познакомился с выдающимися людьми своей эпохи. Великим князем Дмитрием Донским и даже стал крестным отцом его детей. И с преподобным Сергием Радонежским, основателем Троицы Сергиевой Лавры. Со всех концов русской земли к отцу Димитрию потянулись страждущие. Люди узнают о силе его молитв, о его сострадании, любви к людям, о его мудром совете. И преподобный, боясь человеческой славы, оставляет этот монастырь и идет на север. Но путь его был непрост. Вначале он приходит в Амнишское селение, на реку Великую, где хочет основать монастырь. Но местные крестьяне его прогоняют, боясь, что когда появится монастырь, преподобный завладеет частью их угодий. Отец Димитрий уже не молод, и каждый поход для него – испытание. Но он, не теряя веры и силы духа, ищет и находит подходящее место для будущей обители. В нескольких верстах от Вологды он увидел чудесное поле с колосившейся рожью. Договориться с владельцами не составило труда. Те с радостью отдали Димитрию свои земли. В 1371 году началось строительство самого большого монастыря русского севера – Спасо-Прилуцкого, значительные суммы для которого пожертвовал князь Дмитрий Донской.
Почему монастырь называется Прилуцкий? Дело в том, что если выйти за пределы монастыря, то видно, что как река делает такой большой изгиб или излучину. Поэтому монастырь называется Прилуцкий. С каждым годом новая обитель разрасталась. По примеру своего духовного наставника Сергия Радонежского, Дмитрий ввел в новом монастыре общежитский устав. Согласно правилам, иноки, которые жили в кельях, совершали молитвы сообща. Пищу принимали в общей палате для трапез. Сами выращивали зерно на небольшом поле и пекли хлеб в собственной хлебопекарне. Более 20 лет Дмитрий оставался игуменом Спасо-Прилуцкого монастыря. Умер преподобный в 1392 году, в преклонном возрасте, и был погребен у южной стены деревянного Спасского храма. Но не прошло и 15 лет с его кончины, как возле места захоронения стали происходить чудеса. Известно из летописи случай исцеления князя Андрея Ржевского, который из-за недуга пьянства впал в такую тяжелую болезнь. Его привезли в Спасо-Прилуцкий монастырь, оставили здесь на 2 дня. И вот на второй день, находясь в храме, совершался молебен, и на 4-й песне канона князь исцелился. Преклонившись к гробу преподобного Дмитрия, выздоравливали и слепые, и те, кто не мог ходить, и одержимые бесами. Он помогал всем, без исключения, и простым людям, и сильным мира сего. В 1528 году великий князь всея Руси Василий III и его жена Елена Глинская, совершая паломничество по русским монастырям, молились о наследнике в Спасо-Прилуцкой обители. И вскоре у них родился сын, будущий царь Иоанн Васильевич Грозный. Раньше чудеса преподобного записывали. Это происходило где-то до 20-х годов прошлого столетия. Вот. И из этих летописей есть очень такие яркие, известные чудеса, которые творил преподобный. В конце 16 века в монастыре случился пожар, который уничтожил Спасский собор, где был погребен преподобный Дмитрий. Храм взялись отстраивать заново, но у игумена с братьей не хватало ни материалов, ни денег для оплаты рабочим. Казалось, положение безвыходное. Но в один из дней люди, стоявшие перед монастырскими воротами, увидели убеленного сединами старца, который носил бревна от реки до церкви. Многие узнали в нем преподобного Дмитрия. С этого момента строительство храма возобновилось. Преподобного просят обо всех нуждах, и он как великий угодник Божий, вот, посвятивший всю свою жизнь Господу, он имеет дерзновение перед ним просить вот о любых нуждах. С тех пор прошло не одно столетие. За это время Спасо-Прилуцкий монастырь не раз подвергался серьезным испытаниям. В эпоху советской власти был разграблен и даже закрыт. Однако сумел возродиться заново. И сегодня сотни людей совершают паломничество к могиле Вологодского чудотворца с надеждой и верой. В 1832 году известный мореплаватель, флигель-адъютант Федор Петрович Литке, сменил корабельную палубу на отполированный до блеска паркет Зимнего дворца. Император Николай I назначил его наставником своего 5-летнего сына Константина. Мальчика решили готовить в морские офицеры, и лучшей кандидатуры, чем Литке, было не сыскать. Он, конечно, был крупный ученый, вот за эти свои исследования, которые есть. И он был избран президентом Академии наук и в течение 15 лет был президентом Санкт-Петербургской императорской академии. Это, конечно, говорит о многом. Участь великого князя Константина была решена. Федор Литке тоже. Но хотел ли он такой судьбы? Впервые Литке попал на корабль подростком в 1812 году. Тяжелые, но и героические времена.
Они изменили жизнь многих. Федора Литке – точно. Старшая сестра взяла его с собой в Свиаборг, когда отправилась к мужу, командиру балтийских парусно-гребных канонерских лодок, капитану второго ранга Ивану Савичу Сульменеву. Дни напролет Федор проводил на канонерках, отвлекаясь только на чтение книг по мореходству. Иван Савич увлечение поддержал, способствовал его занятиям математикой и навигацией и ни минуты не пожалел, что взял родственника под свою опеку. В Отечественную войну 14-летним мальчик был принят волонтером в Балтийскую флотилию и произведен в мичманы за храброе сражение с французами под Данцигом. Мало того, в 1813 году юного Литке наградили знаком отличия военного ордена – Георгиевским крестом – за его участие в морской осаде Данцига. Так, в 16 лет он впервые обрел настоящий дом – море. По протекции того же Сульменева, Федор попал на военный шлюп «Камчатка» к знаменитому мореплавателю Василию Головину. Под его командованием с 1817 по 19 год бороздил морские просторы, а в дневнике написал: «В начале похода я не имел никакого понятия о службе. Воротился же моряком, но моряком школы Головина». А уже в 1821 году 23-летний Федор Литке отправился в собственное плавание. Для того, чтобы понять, чем занимались наши великие мореплаватели 18-19 веков, надо стереть с современной карты порядочное число неизведанных тогда островов, размыть береговые линии, зачеркнуть названия рек и поселений. Он исправил карту северной части Белого моря, значит, описал берег Новой Земли и Карское море, маточный шар. То есть это фактически описание дали, так сказать, этой земли, которую вообще никто никогда не знал. Названия настолько привычные, что и плавание может показаться делом обыденным. Но первый же выход из горла Белого моря едва не закончился бедой. Карты были несовершенны. Судно сходу наскочило на мель и перевернулось бы, если бы не попало в банку. Эту банку, большую мель в Белом море, и назвали именем Литке. Брик совершил 4 похода к Новой Земле с 1821 по 1824 год. Причем каждый раз с огромным риском для жизни. Только благодаря умелым действиям капитана Литке вся команда вернулась живой и невредимой. А он и 2 лет на месте не усидел, стал готовиться к новому походу. На этот раз кругосветному. Специально для экспедиции на Петровской Охтинской верфи был построен шлюп «Синявин», названный в честь командующего Балтийским флотом адмирала Дмитрия Синявина. На борту собрались одновременно 3 будущих лауреата Демидовской премии. Сам Литке, географ Александр Пастельс, юнкер Павел Крузенштерн, сын знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна, чье славное дело русских кругосветок продолжила команда Литке. Были определены важнейшие пункты берега Камчатки, то есть это как бы продолжение работ Крузенштерна. Исследование Карагинских островов, остров Святого Матвея, берег Чукотки удостоен полной Демидовской премии. Книга Федора Литке, написанная после возвращения, называлась «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Синявин». Чтобы ее написать, потребовалось обобщить огромный массив магнитных, астрономических, картографических данных, описания флоры, фауны, местного населения островов и материков. Члены Академии наук с почестями приняли его в свой круг. Но как же ему хотелось выйти в море, набрать полные легкие свежего воздуха, увидеть простор до самого горизонта. Не пришлось. Отказать императору в его просьбе стать наставником великого князя Константина Литке не мог. И целых 16 лет он эту обязанность добросовестно исполнял. А чтобы чувствовать себя как на капитанском мостике,
занялся множеством дел. С 1864 года до самой смерти был бессменным президентом Академии наук, помогал обсерваториям, музеям, организовал и возглавил Императорское географическое общество. Сам не ходил в походы, зато всегда был в курсе событий. Великий мореплаватель, академик, генерал-губернатор Ревеля, член Государственного совета, кавалер 15 орденов, руководитель обороны Финского залива в Крымскую войну. Выдающуюся, насыщенную жизнь прожил Федор Петрович Литке. А если учесть, что он был самоучкой и сделал себя сам, так просто невероятно. Эшелон с пленными направлялся в лагерь на территории Литвы. Лейтенант Красной армии Константин Воробьев, бывший литературный сотрудник армейской газеты, а ныне изможденный узник, привязав к решетке окна товарного вагона обмотку, на ходу спрыгнул с поезда. Константин Воробьев, наверное, один из самых забытых и незаслуженно забытых представителей лейтенантской прозы. Во многом это связано с его военной судьбой, потому что в отличие от Григория Бакланова, от Виктора Некрасова, да, которые тоже, естественно, являются яркими представителями лейтенантской прозы, которые прошли всю войну, к сожалению, у Константина Воробьева судьба сложилась намного трагичнее. Он попал в плен уже в ноябре 1941 года. Попытка побега была неудачной. Воробьев повредил ногу, долго плутал по лесам, просил помощи у местных крестьян, среди которых оказались полицаи. Они сдали беглеца в гестапо. Лейтенант снова оказался в лагере смерти. Сначала в Саласпилсе, а затем в лагере под Шауляем. В его произведениях, естественно, были отражены факты его собственной биографии, немецкий плен. Это уже повлияло на восприятие его произведений официальной критикой, которая, естественно, не готова была дать странице советского журнала, отдать под повесть о плене. По сравнению с литературой, которая была до этого, парадная, фанфарная, в которой, естественно, прославлялись победы Красной армии, заслуженные, это несомненно, лейтенантская проза говорила с людьми о том, что происходило с солдатами, что происходило в окопах. День, когда Константин Воробьев все-таки смог сбежать из лагеря, он считал своим вторым днем рождения. На этот раз он попал к подпольщикам и до прихода Красной армии был командиром партизанского отряда. Именно тогда, на конспиративной квартире, им была написана повесть «Это мы, Господи». Первое ее название – «Дорога в отчий дом». Сразу после войны он отправил повесть в редакцию журнала «Новый мир». Там рукописи исчезла. Лишь 40 лет спустя ее обнаружили в архиве литературы и искусства. Опубликовала ее уже вдова писателя. Красавица, ради которой он, собственно, и совершил побег в Шауляй. Он, когда шел на работу, случайно ее увидел, рискнул заговорить, узнал адрес и обещал к ней вернуться, найти ее. И слово сдержал. После войны Константин Воробьев комиссовался и работал в газете «Советская Литва». Параллельно пытался заявить о себе на литературном поприще. В 50-е годы одна за другой выходят книги Константина Воробьева. «Подснежник», «Седой тополь», «Гуси-лебеди». Черновики Константина Воробьева достаточно нетипичные. Он много писал в таких вот больших тетрадях. Видно, насколько тщательно Воробьев работал со словом. Главная военная повесть лейтенанта Воробьева «Убиты под Москвой». В ней Константин Дмитриевич
свидетель и непосредственно участник тех событий, рассказал о трагической гибели роты кремлевских курсантов. Повесть была опубликована с купюрами в начале 60-х и вызвала шквал негативных рецензий. А в 1990 году по ней был снят фильм. Настоящее признание пришло к Константину Воробьеву, как это часто бывает, лишь после смерти. Но иногда появляются публикации, авторы которых ставят под сомнение героизм и военные заслуги писателя. Однако уникальные сведения, которые содержатся в Государственном архиве литературы и искусства, не оставляют ни малейших сомнений в его заслугах. Здесь есть собственноручные подписи партизан, участников отряда. И датирован документ 22 сентября 1944 года. Свидетельство выдано бывшему командиру партизанской группы номер 8 отряда имени Кистутиса лейтенанту Воробьеву Константину Дмитриевичу в том, что мы, партизаны группы, преподносим ему за доблесть и отвагу, проявленную им в борьбе с фашистскими захватчиками, именное боевое оружие. Также в архиве в фонде Воробьева сохранилась его характеристика, данная ему начальником Шауляйского НКВД, старшим лейтенантом государственной безопасности. При жизни Константин Дмитриевич не был избалован вниманием издательств. За публикации приходилось бороться. Воробьев хотел уйти из газеты, чтобы всецело посвятить себя литературной деятельности, но понимал, что не сможет прокормить семью писательским трудом. Тем дороже для него было признание коллег, в частности, Виктора Астафьева. Между ними завязалась переписка. Астафьев сам ее завязал, инициировал, когда прочел повесть «Алексей, сын Алексея». Он через редакцию попросил связаться Константина Воробьева с ним, отправил ему такое очень доброе письмо. И много лет они переписывались. Одно из писем – это самое первое ответное на письмо Виктора Петровича Астафьева. К сожалению, такие... Было мало людей, которые действительно готовы были поддержать Воробьева в этой его бесконечной борьбе за право печататься. В последние годы жизни Константин Воробьев мечтал вернуться из Литовской ССР на родину. Если не в Курскую область, откуда он был родом, то хотя бы просто в Центральную Россию. Он обращался в Союз писателей, в партийные органы, но... Отовсюду приходили отписки. К сожалению, так ничего и не сложилось. И вот сохранилось одно из писем, тоже очередная отписка. «Уважаемый Константин Дмитриевич, о переезде в один из городов вы должны решать вопрос сами». И здесь очень характерная резолюция, комментарии Константина Воробьева. «Сволочь!» – восклицательный знак. Константин Дмитриевич умер в Вильнюсе. Лишь 20 лет спустя прах писателя был перезахоронен его вдовой на Курской земле. На родине его именем стали называть улицы, школы, библиотеки, отдавая дань памяти лейтенанту Воробьеву, писателю и герою, так и не закончившейся для него войны.